В Алматы стартовал открытый чемпионат Казахстана по футболу «Навстречу мечте». В нем принимает участие 12 команд из 10 регионов страны. Воспитанники детских домов поборются не только за звание чемпиона, но и возможность увидеть сильнейший футбольный клуб мира. Победители турнира отправятся в Испанию, где посетят футбольный клуб «Реал Мадрид» и познакомятся с историей знаменитой арены «Сантьяго Бернабеу». Надо отметить, что чемпионат проходит 7-й год подряд. За это время исполнить мечту и увидеть именитые клубы Европы удалось 64 воспитанникам детских домов со всего Казахстана. В наши времена такого не было, чтобы попасть туда, куда вы сейчас все поедете, кто выиграет, поедет. Такого вообще не было. Даже мы не могли мечтать. Только по телевизору видели. Вы исполните мечту мою, которую я сам не смог сделать. И хотелось бы вам всем пожелать, чтобы вы там все увидели звезд мирового уровня и стали как они.